Лишение прав. Если вам грозит лишение водительского удостоверения, действуйте следующим образом. Укажите в протоколе свое видение ситуации. Привлеките свидетелей и зафиксируйте место происшествия на фото-видеотехнику. В протоколе укажите информацию об их наличии. Помните, решение о лишении прав выносит суд, а не сотрудник ДПС. Инспектор не имеет права изымать у вас водительское удостоверение. Вы можете ездить с этим документом до решения суда. О дате заседания вас должны известить. На суде предъявите доказательства своей невиновности. Вы имеете право привлечь к участию свидетелей и экспертов. Если суд вынес решение не в вашу пользу, в течение 3 дней с момента вынесения постановления вы обязаны сдать водительское удостоверение в уполномоченное ГИБДД. После получения постановления суда на руки у вас будет 10 дней на его обжалование.